чисто не там, где не тут, а чисто там, где не соль. Футбольный чемпионат вот, – это не только футбол. Вот, это наследие этого чемпионата. Моя задача – огромное количество приедет болельщиков, не только наших российских из разных городов, но и из разных стран мира, и сделать так, чтобы они видели наш город чистым, благополучным. Стоят желтые и зеленые контейнеры, но на них никакой информации, к сожалению, нет, что туда, как и так далее, да, складывать. Стоит иногда перевернутая просто урна. Вот. Или урна фактически не заполнена, а рядом валяются бутылки. И что очень меня нервирует, так скажем, окурки. Я знаю, что во многих городах состояние значительно хуже. Но есть над чем работать, я думаю, есть над чем работать, конечно же. Настольный теннис я играю 57 лет. Вот, инвентарь несложный, а игра очень интересная и даже, можно сказать, азартная. Вот в этом я просто вот по себе это сужу, да. Проведение чемпионата мира по футболу у нас в Нижнем Новгороде, я думаю, поможет решить и эту проблему. Я не скажу, что раз и навсегда, но толчок вот в нужном направлении в этом отношении он будет. Я верю. Слышу родители, молодые родители, дети 5-6 лет, мороженое там и так далее угощает. Вот, спрашивают, мама, а куда мне выбросить вот? Подойди вон там урны и аккуратненько, пожалуйста, выброси. Это бытовые моменты, это, казалось бы, мелочь. Но если эта мелочь, она, собираясь, так скажем, вот так обобщаясь в разы и так далее, она дает такие результаты, то это уже не мелочь.